Всем пламенный салют, дорогие друзья, с удовольствием приветствую вас в славном городе Грозном на Ахмат-арене, где мы сегодня посмотрим за поединком 29-го тура Мелбет первой лиги по футболу. Владикавказская Алания принимает у себя дома краснодарскую Кубань. Ворот Христислав Солдатенко номер первый. И далее игроки полевые. Пятый Алан Багаев, третий Константин Плиев, 70-й Руслан Дауров, четвертый Сослан Качмазов. А вот здесь хорошо, а вот здесь бить нужно по воротам. Стелится как лежачий полицейский здесь Темников. И, как мне кажется, спасает свои ворота. Это практически хоккейная игра сейчас была во вратарской от Темникова. Сослан Качмазов возвращает ему пас. И Хадарцев не стал навешивать, под правую ногу убрал. Здесь нужно клюшку лишь подставить в площади вратарской. Боже мой. Ну что ж, ну наконец-то мы имеем первый опасный момент. Огрызается Кубань. До чего-то акцентированного пока не доходит. А здесь отличная передача низом на Машукова. Машуков — один из лучших бомбардиров лучшей лиги мира. Ну и почетная третья на данный момент замыкает Машуков. Опасный удар. И вот только мы вспоминали, только мы регалии Ислама начали перечислять. В общем-то, не оставляет никаких вопросов. Мяч забирает. И Алания должна здесь выходить в контратаку. Хорошее забегание. Удар из-под защитника Батраза Хадарцева. Но настолько неплотный, да, Батрас, не получилось на сей раз. Классная разрезная передача была задумана в исполнении 77-го номера, но не тут-то было. Хороший отбор Хадарцев уже в падении. Дальше Машуков с линии. Прошу прощения, нет, это Батрас Гурциев. Ну, конечно, не так далеко от Владикавказа до Грозного. Но, тем не менее, сами понимаете, дорогие друзья, вот здесь скидочка хорошая была. И, дорогие друзья, Ислам Машуков показывает, кто забил этот гол. 1-0, Алания впереди. Ну и Машуков, судя по всему, если нам крупным планом его показывали. Машуков продавил здесь двойку защитников Кубани. И отлично в правый дальний угол мяч послал. Мягонько так его переправив туда. В качестве главного арбитра отсудил. Показал 54 желтые карточки и всего одну красную. И что же ответит в ближний угол сейчас Константин Кертанов? Это все решает только лишь Роберт Евдокимов. А здесь какой шикарный отбор и передача под удар. Да, нужно бить. И встелится в подкате сейчас защитник. Но тем не менее они разыгрывают до победного. Алания забивает второй и делает уже уверенную наконец-таки заявку на победу. Вот эта передача, не дотягивается защитник Кубани. Здесь Смирнов просто как гоночный болид старался догнать и перегнать этот мяч. Гурциев снаряд сохранил. Какой умница Гурциев. И сделал передачу. Ох, вот это да. И мяч в сетке, дорогие друзья. Ну а тем временем в атаке Алания. Алания вдоль штрафной площади двигает мяч. Караев убирает под левую. Классно здесь, конечно, Давид закручивал. Так и манит этот угол ворот сегодня нападающих Алании. Оливье догоняет мяч и оставляет его вновь Смирнову. Активный Смирнов. И удар с рикошетом. И лишь сопровождал взглядом Ростислав Солдатенко. Сейчас удар Баклюка. Алания таки выбивать умеет, а еще и на контратаках. Гурциев сил у него уже нету. Зато сил хватает у его товарищей по команде. Цараев. Цараев делает передачу. Удар поворотом в ближний. Ну и Алания громит противника на 95-й минуте встречи. Разыграли они эту контратаку. Играючи достаточно вышли к воротам Кубани. И, пожалуйста, 3-0. Ну и что же, я так понимаю, вместе с забитым голом дает свисток Александр Машлякевич, судя по уже расслабленным лицам футболистов, как минимум футболистов Алании тоже. С вами был Антон Крылов. За сим откланяюсь. Пока-пока.